Свободно, весело и энергично. Свои таланты кто на что гораст проявляли ребята на этом летнем празднике. Занимательные конкурсы, викторины, состязания, показательные выступления БМХеров. Все радовало глаз. Равнодушных на празднике не было. Но главное, ради чего собрались, это разные танцы. При поддержке городского комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства, а также Центра по работе с молодежью и семьями города Брянска, состоялись яркие и запоминающиеся выступления танцевальных коллективов «Агния», «Шаг вперед», «Маня», «Spirit of Dance», «Амани Дэнс». Самым ожидаемым моментом фестиваля стали массовые танцы, в которых смогли принять участие все желающие. Движение никогда не лжет. Это барометр, говорящий о состоянии погоды в душе, говорили древние. Профессионально умеют танцевать лишь единицы. Остальные новички, пусть они не знают названия движений. Главное, они смело двигаются и дарят окружающим хорошее настроение. Активные участники всех конкурсов от организаторов получили памятные подарки и сюрпризы. Татьяна Глазова, Максим Кузнецов. События. Брянск.